Обрадовался сразу. Кто в домике живет? Туки-туки. Ладно, покажу, кто в домике живет. Какой тут нахрен купаться, блин. Такие волны вообще. Здесь вот выползли черепахи. И вон туда, в кусты, откладывать яйца. Вот еще одно место, где выползали черепахи. А вон там, походу, огорожено. Там, наверное, яйца кладки. Да, здесь точно зарыты яйца. Отмечена каждая кладочка. Паховая ферма, что ли, здесь. На табличке, скорее всего, дни. Сколько яйцо лежит, чтобы контролировать, когда вылупится. Виды черепах, которые сюда выползают. Волны огромные, береговая линия широченная, укрыться негде. Нашли вон там небольшой тенечек. Жарит вообще бешено. Жесть просто. Искупаться тоже как бы это, на свой страх и риск. Потому что волной может шибануть. Сейчас вот, допустим, ее нету, а через минуту тут так шибанет, крутанет тебя об берег, блин, что не покажется мало.
ребятки, идет волна. Охренеть. О! Вот про это я и говорил, блин. Ну вот как тут купаться, блин? Смотрите, что творится. Вот там дальше, вот через вот эти вот камни, пляж Марика или Малика. Здесь проблемы с проходом. Лаунж. Кактусы. Опа. Ух ты. И, кстати, на этот пляж хотели зайти, потому что там, говорят, меньше волны. В принципе, визуально, да, видно, что меньше волны. Вон там даже люди купаются. А здесь речка. А вон, кстати, мостик. Значит, где-то есть проход. Грозище на Тангале. Сегодня очень сильная волна, добивает аж сюда практически до самого конца побережья. Хотя пляж очень широченный, сами видите, но вон куда волны заходят. Да. Ты песку намыла сколько? А фонари здесь были? Все, да. Все в песке теперь. Все закопало, да. Ух! Побежала, смотри, даже туда за залива. А вон они, смотри, внутрь. Внутрь песка им зафигачило, смотри. Скоро перекроет весь канал песком. Вот тебе и море-море. Малика, вот здесь обычно очень хорошо купаться, потому что вот эта каменная гряда отбивает волны, но не сегодня. Сегодня последний день. Сейчас пойдем вон тем камешком искупаемся. Немного пофоткались сейчас. Пока фоткались, одежда лежала на берегу, метров 20. Волна нашла. И стоим тупим такие. Дойдет, не дойдет. Вот как вот этот вот сейчас. Дойдет, говорит, и ломанулись, но не успели. Все мокрое, рюкзак мокрый, блин. Тапочки еле успели поймать.
Да, классно, классно. Но утомительно немного. Утомительно почему? Потому что... Вот как здорово. Потому что программа у нас была очень насыщенная. Все экскурсии здесь в основном находятся далеко. Приходилось рано вставать. Мы очень мало спали. Нифига не выспались. И жара. Жара — это, конечно, пипец. Это выматывает сильно. Вот такой вот пляж. Тангала. Но это не совсем Тангала, это другой пляж. Я не помню его название как-то. На М, что ли. В общем, напишу. Вот это сейчас приливчик был. Волны. Вот здесь вот такая заводь образовалась. Лужица, как ее называли. Вот в этой лужице единственное место, где можно более-менее поторчать сейчас в воде. Чем мы сейчас и займемся. Береговую линию никто, конечно же, не выравнивает. Идешь как по барханам. Песка намыло тут вообще. Конечно. Да, да. Вот тоже целый бархан намыло. Когда мы приехали, здесь было ровненько, да, есть? Мы шли по пляжу. А сейчас с горки на горку.